очень давно была еще записана в моем блокнотике, года два назад расписана, да, вот именно идея за 80 дней вокруг света. Вот, но когда мы начали создавать Polar Show, да, вместе с продюсерским центром, мы любили про продакшн с балетом Форсайт, мы поняли, что это очень уместная история, очень уместная тема, и написав с Линой Верес сценарий, мы его видоизменили и уже начали от этого исходить, да, от самой сути, за 80 дней до конца света. Вот. И начали переписывать сценарии, начали рассматривать разные предложения, вариации артистов и так далее, и так далее. Отсюда родилась идея кастинга провести, потому что как бы основа у нас есть балет Форсайт и Polar балет, да, но нам нужна... Нам нужны интересные фишки, нам нужны интересные персонажи, нам нужны интересные герои. Поэтому мы сегодня проводим этот, ну, наверное, замечательный, хороший кастинг. Нужно убедить людей, нужно в хорошем смысле воспитывать нашу публику, да, как это есть в Европе, где спектакли, мюзиклы проходят просто годами, каждый день аншлаги. Это у нас возможно. Это возможно, просто нужно делать. Не бояться, делать, рисковать и верить. И мы это сделаем. Приходите к нам на премьеру в оперету 16-17 ноября. Пока, до встречи. Час, наверное, или полтора мы сейчас просматривали кастингующихся. Есть достаточно неплохие артисты. Я там для себя даже нескольких отметила. Но все-таки хочется досмотреть до конца, потому что еще там несколько часов мы будем их просматривать. И думаю, еще должны подойти достойные ребята. Сейчас ребята показывают сольные номера, а потом, после всех участников, Саша Лещенко покажет синхрон, и абсолютно все артисты, и акробаты, и жонглеры, и танцоры, естественно, и полдэнсеры, они все будут пробовать себя в синхроне. Я считаю, что первый проект у нас, в принципе, удался. В этот раз мы замахнулись на более такую масштабную постановку. Мы решили сделать такой музыкальный спектакль со всеми элементами оригинального жанра. Мы привыкли удивлять зрителя, и думаю, что и на этот раз тоже удивим. Your mind and your body.